Сидишь такой и приуныл. Думаешь, с кем бы поиграть, да и не только. А тут хоба, iCup Pro Discord сервер. Тут ты можешь найти ребят, с которыми тебе будет комфортно провести время. Игры, общение, стримы, новости, конкурсы, гайды. Все это можешь найти именно тут. Discord сервер iCup Pro. Залетай. У нас весело. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. Что если кровожадный вампирус? Очень такая вгрызание жесткое. Низичная катка будет. Я не сочиняю, я не новый, посмотрите. 053-270-052. Рейдж, пожалуйста, хорош. Я отхиливаться буду. Хорошо, вот так вот, вот так. Я фул просто выхилился. Бро, поможешь чуть-чуть тут как бы? Хорошо, деремся еще. Хорошо, пошел откил, работаем. Работаем, работает откил, ребята. На вставочку. Хорошо. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если кровожадный вампирус? Какой нереально жесткий вампиризм можно развить на Найксе? Около 70%, насколько я считал. И, конечно же, сейчас мы разберем всю эту тему, соберем и покажем, как это работает. То есть, работает ли это вообще? Если честно, очень давно хотел это сделать. Нереальный вампиризм на Найксе. И посмотрим, посмотрим. Сейчас ребятам раздам, конечно же, в своей команде обязанности по игровому процессу. И поехали смотреть вампируса. Итак, ну что ж, я раздал обязанности, конечно же, тиммейтам. И что у нас имеется? У нас будет алхимик, с помощью которого мы запулим аганим Найксу. Также Найксу, конечно же, придется взять в себя Леорика с аурой вампиризма. С аурой вампиризма. Потом мы на Найксе соберем также еще артефакты, которые у нас будут давать. Вот так напишем сейчас, некро не надо. Артефакты, которые будут давать вампиризм. То есть у нас Леорик соберет также еще и Володьку. Также еще у нас соберется в лайфстилера. Это сатаник будет. И посмотрим, насколько это будет нереально круто. Какой будет вампиризм? То есть, в теории, если меня будут кайтить, только тогда меня смогут убить. Потому что я буду просто бить очень жестко, вот так вот напрыгивать, как нереальный вампирус. И самое интересное, что тут будет, это, конечно же, большое количество скорости атаки. Мне нужна огромная скорость атаки для того, чтобы быстро просто атаковать, быстро атаковать и пытаться вампириться со всего, что движется. Это самое-самое главное, что будет в этой игре. Ну и, конечно же, пожелать атаку. Пожелать атаку нашему персонажу, чтобы у него атака была миллион долларов. Долларов атака. АА или дазл. Там очень неприятные просто все станы. Все станы. Так, ну что-то там плотненькое такое. Огр. Пик. Это раз. Огра по-любому надо. Леорик вниз. Леор вниз, пусть идет. Ну и второй слот, не знаю, кого там из саппорта какого-то. Какого-то саппорта надо. Не особо я умею. Как можно не уметь на огре? Так, ну что, готовится у нас на рунке. Будем драться сейчас. На рунке драться. На рунке драться. Леона взяли. Хорошо. Правда, у нас такая вата. Это жесть. У нас такая вата. Но я с Хуском буду стоять. Это очень... Не очень, потому что будет фарм не очень крутой. Хорошо. Алхимику, монетку мы выудили, ребята. В какой-то век я иду боковую линию. Тем более еще и на Найксе. Ну, ВС Хуска, конечно, будет немного тяжеловато. Но не суть. Короче, наша задача сейчас это Найкса нафармить. Идем через стандарт, и потом начинается все, вампирики, и пойдет.
Будет интересно, надеюсь. Ребятки, обязательно поставьте лайк за это видео. Не забывайте подписаться на YouTube-канал, не забывайте подписываться на ТГ-канал, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и, конечно же, если хотите знать расписание по всем видосам, конечно же, заходите и смотрите. В ТГ все имеется у нас. Буду очень рад, если будете смотреть, осведомляться и не задавать вопросы, а когда то видео, а когда это видео. Это очень по кайфу. Специально для вас выкатываю это расписание. Вам куда удобнее будет даже так следить. Что-то у нас Огр просто подходит, проходит. Что он тут есть, что его тут не будет? Походу, не будет толку от Огра. Походу, он тут что есть, что нет, Огр. Так, ну подрегениться чуть-чуть будем сейчас. Пока что вампиризма у нас, по сути, нету, ребята. Пока что, по сути, нет. Так, но Огр мне тут не нужен абсолютно, потому что он ни хрена не делает. Просто стоит на экспе. Его задача сейчас, в принципе, была с первой минуты. Это кидаешь Ignite и бежишь просто. ЛКМишь. Вот даже сейчас, да? Опа. Вот так вот. У нас фидер на миду. Так, у нас там еще... Отводятся, да, персонажи? Гоу-гоу-гоу. Ох, ты там Бези поставил. Хорошо. Есть. Этого заколотили. Вот теперь импакт от Огра есть на их ошибке. Огр немножко неуверенно играет. Чуть-чуть ему уверенности нужно. Но он говорит первый раз на нем. Так что давить не будем на него. Пусть что дает, то дает и хорошо. Что дает и дает, то хорошо. Так что, ребят, все нормально. Золотишко капает, капает. Все, работаем. Надеюсь, Леорик понял, что от него требуется. От Леорика будут требоваться барабаны и Володька. Барабаны для скорости передвижения, скорости атаки. Офигенно зайдет. Просто, ну, хотя бы какая-то плюсовочка небольшая. Там немного будет. Но, тем не менее, это будет давать какие-то определенные бонусы. Так что будем вампириться. Будем уничтожать. Прикиньте, это, ну, реально круто. Я такое и в пабе, если честно, собирал. Но именно... Леорика за собой тяжеловато таскать. Так, а я сдох, кстати. Я что-то заговорился, если честно, и... прогулял, что он мне уже там накидал просто нереальное количество. Но надо сейчас... ТП даю и сходу в атаку. Что-то я реально подзаговорился. Ну, надрачивать, надрачивать. Я стою, просто фармлю. Ладно, поехали. Так, ну вы, короче, поняли, да? По задаче видосу, ребятки. По задаче на видос... Не-не-не-не. Оставь. Он уже ушел туда, в магаз. Оставь. Я соло намного лучше бы отстоял. Намного лучше бы отстоял соло. О, найс, он загоняет сам себя в угол. Закрывай его там. А, крипы не дают пройти, прикинь. Да, ну... смысл сейчас. Кину ванды, буду пытаться убивать, и что поменяется. Лучше пойду пофармлю. Ману просто солью сейчас. Алхимик в надежде на монетку. Отдался таки. Хускара фидим активно. Получается так, я сфидил разок его. Сфидил ему разок, будет так правильнее сказать. Так, рейдж надо взять. Пуск идет, да? Зря, чувак, не надо. Дайте пройти. Ух ты. Хускароиды, хускароиды. Да, с Огром немножко тут у нас лайн. Намного лучше можно было отстоять. В разы, в раза два, три жестче можно было отстоять. У нас немножко нет слаженных действий с пацаном. Немножко слаженных действий нету. Немножко действия не слаженные. А
что там, пятый левел, жесть, но мне хил нужен будет сейчас уже. Чувак, да он драчун. Да не пробьем его, не нужно его бить, не нужно, не надо его бить. Уже поздно, уже поздно, уже поздно. Зачем ты? Ты чкуешься с ним. Он хил кинет, я никогда его не пробью. Было лучше будет, если сейчас Огур уйдет с этого лайна, потому что он мне здесь не нужен. Не нужен. Вот так напишем. Шестой левел у него уже. Так, рейджовочку возьмем в два. Поэтому не люблю боковые лайны стоять. Во-первых, тиммейт, как правило, не будет нормальный. Ну, бывают и нормальные тиммейты, да, когда вот прям вот знаешь, что нужно делать и когда. Но я на самом деле тоже тут забалаболился и сдох, это тоже не ахти. Вот, ну и смысл такой, что... Вот, спасибо за подписку, окей, ладно. Смысл такой, что как бы, ну, толку от этого огра на моем лайне. И левела нету у меня, фарма нету, не убиваем и фидим, все. То есть я лучше соло постою. Соло намного легче стоять. Намного легче. Соло на себя рассчитываешь всегда. А тут как бы, да, совместные действия какие-то. Да ты чё, нифига себе ты. Пойдем на эншента сбегаем. Захилимся. А если будет голем, то в эншенте и пофармим. То в эншенте и пофармим. Так, алхимик вроде фармит. И не того бьешь. Вот этого надо. Желательно заберем. Леорик там, фул прокаст. Постараемся забрать так, если что, лоу хп останется, да, я так думаю. Полетели. Через что будем играть? Через что будем играть? Играть будем через армлет, наверное, стандартом. Проблема у нас с Хускаром. Хускар сам по себе не проблема. В начальной стадии я думал, мы его закроем. Но не удалось. Какой приставучий чел. Приставучий. Седьмой левел, фулл армлет почти там. Не убьем мы его. Ни АЭСа нету, ничего нету. Ни Рейджей. Ничего нету, чувак. Не убьем. Так, вот такую штучку делаю. Алхимик фармит, это хорошо. Только пойдут какие-то ранние файты, вот эти, да, с Аганимом. Плюс... С Аганимом плюс Леорик в пайке. Еще если барабаны успеет сделать и Володьку. Охо-хо. Но не будет хватать, конечно, урона. Армлетус нужен. Армлетус нужен. Хорошо, пока ситуация идет, да, там ребята пишут, там делается уже все. Делается все. Так, ну у меня по сути хардлайн. Хардлайн, плохо, что у меня не будет раннего хорошего бустика такого. Прям, чтобы можно было уи-у, так и побежать быстренько. К сожалению, не будет его. Но, что есть в данный момент, тому в принципе рад. В принципе рад. Если там еще у нас огр подстакивать будет, это будет хорошо. Огр стаками, надеюсь, занимается. Не, он там лайн фармит. Но немножко не тот игрок на огре. Да даже, в принципе, пофиг. Ребята заходят. Парень говорит, умею, все могу. Но, к сожалению, бывает так, что не всегда это соответствует действительности. Тяжеловато из-за этого видосы только писать становится. Потому что ребята говорят, ну я сильно играю. Только там это... Пен, только слот дай. А потом в итоге... Вот такие огры бегают 0-4-1 и не понимаешь, что нужно делать по карте. Вообще, вот такой вот прикол.
Так что, парни, это нормальная тема. Так что это нормальная тема. Да ладно. О, хорошо, успел. Успел, прикинь. Вот так вот. Вот так вот. Феникс, кстати, такой, дамагер будет магический. Так, вампиризм имеется. От огра, короче, в этой катке самое полезное будет, это Бладласт. Не более. Что алхимика прям там щибят. Блин. Но там и прокаста очень много, но скорее всего не дадут мне, блин. А чё, где? У меня перчатки нету. А чё, она не взяла, что ли? Перчатки нету. Ну-ка, перчаточку надевай. Хорошо. Пойдет. Так, стаков нет, мид гангают. Ну, классика. Классик. Так. Купи, пожалуйста, телепорт дополнительный. Угу. Так, ну пока что все ровно. Надо опсик поставить, наверное, алхимику в мид. Не знаю, что они хотели. Эх, не ударит. По-моему, ЕС ультимейт не нажал сейчас, когда подходил. Отжираемся пока. Вот если Огр будет Бладласт максить, вот это от него будет Стонкс. Нереальный. Огр, 3 макси. Просто. И не вывозишь игру. И все. Так, что там у нас? Вообще тут в этой катке прям именно атак спид билд должен быть. Именно атак спид. Для того, чтобы душнилить. О, здорово. Уф, силач. Две кнопочки нажимать-то гораздо, блин. Ну, хреново на самом деле. Я не успел до крипа добежать и пахнуть. Но Тини, кстати, вот тут есть три момента, которые мне, возможно, не будут давать эту тему делать. Жесть, 0-4, 0-4, 1-5. Что-то пошло не так. Что-то, ребята, вечно мне не везет. Не убьете. Я не понимаю, что они делают. Блин, стандарт. Все крайние видосы у меня такие, ребят. Стандарт. Все крайние видосы у меня такие. Тупо фит, пацаны. Так, гнездо срубил. У меня 1100 хп. 1100 хп. Скорее всего, придется собираться на победу именно, ребят. Ну. Такое, конечно. О. Такое, конечно. Тини с ДД химик дерется. По кайфу. Так, что некстом собираем? Что некстом собираем? Пока что нужно такое что-то брать. Ну, типа, вообще нужна
очень такая вгрызание жесткое, потому что тут, тут не, не изичная катка будет. Тут она, видите, команда вся. Я не сочиняю, я не ной, посмотрите. 0.5.3, 2.7.0, 0.5.2. Я не сочиняю, ребят. Вообще не сочиняю. Я вообще не сочиняю. Вот я заговорился сейчас и сдох. Лотар уже. Я не сочиняю, это такая игра. Два саппорта слабеньких. Мидер делает по задаче, по видосу. Гаста там уже, нужен диффуз. Я так и знал, что будет потно и придется диффуз делать. Но, скорее всего, видос тут немножко подруиненный будет. Ну, сейчас этот два раза умрет. Уйдите. Деритесь. Можете. Не сможете. Так, ну окей. Пытаемся, ребята, пытаемся. Нужно. 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 Фармим. Киник сейчас не удержится, по-любому ко мне побежит. Попытается сбэкстебнуть именно. Смотри, что делает там, в миду пляшет. Меня он, в принципе, убивает. Бэкстеп, да, если я без армлета, без включенного армлета, мне ГГ. Сходу. Там бы сентря где-то под центриком его принять. Пойдем. Так. Ага, увидел по карте здесь. По карте увидел. Феникс лысенький пока что. Пока что лысенький Феникс. Надо было мне мид идти. Алхимик не важная роль, у меня важная роль. Тинис мида бы 0.8 вышел бы. Скорее всего. Потому что он мид Вест Найкса не стоит тини. Пока что фармим. Сейчас башер сделаем. Первый слот башер. Именно башер. Найк сможет вгрызться. Пацана на тинике. Блин, опасно на самом деле. Вот сейчас стою, да, без хп. Так, сделаем. Рейдж ТП. Найс, есть у меня кнопка. Отойдем. Отойдите. Что там, курочка готова, да? Хорошо, вот башер появляется. Оп, дастики. И поехали, ребят. Будем пробовать. Глимерочек. Три даешь. Ага, аганим есть. Хорошо. И не прыгай. Хорошо, умничка. На саппорта забайтился. Жесть, какое же замедло лютое. Я ничего не могу сделать. Зомби все выхилил. И замедло лютейшее. Но тиника все равно должны забрать. Не заберу, да? Хил, еще хил. Еще хил. Три хила просто. Просто три хила, жесть. Как же они душат. Как же они душат. Тини так и я не пробил. Но один бью его. Просто в Т2 прыгает и убивают. Тиника вообще заспейсили. Меня так забавляет. Так, ну я там попытался даже продамажить, да, с ультом. Че не получилось. Так, ну что?
Сильвер там купил, парень. Это хорошо, что Тини купил Сильвер. Это значит, что Тини там очень такой не очень игрок. Потому что с Сильвером... Какой нафиг Сильвер? В лейте продается Лотар. В лейте Лотар продается. Чем ему Сильвер? Пойди от меня. Давай вот так сделаем. Зачем Леон вылез, я не понимаю. Сейчас подохнем все тут под томбой. Томбу нечем бить. Ай, это алхимик колотит, хилять. Опа, пошел отхил. Ой-ой-ой, первый раз вижу вот этот отхил. Но сейчас меня, скорее всего, будет вот этот чувачок грызть очень неприятно. Но я, мне главное отхиливаться. Крипы не дали пройти, прикинь. Ой, изи, стрики, поехало. Давай-давай-давай, следующего. Как обычно, Хен ищет виноватого. То есть я там отхилялся на самом деле. Ни хреново, так сказать. У меня было лоу хп, я просто в фул хп выхожу. Просто фул хп. Леона зачем-то... Ну, Леона я себя, в себя засунул, чтобы он с прокаса сейчас не умер. Он вылазит соло. Не вылази, сиди, если что, я выкину, когда надо будет. Погнали, найс. Ару катка. С фидерами. Ими. Стандарт просто, стандартиши. Но такие катки интереснее смотреть, реально. Тупо ничего не меняется. Одни и те же КДА в команде. Так, ну аганим есть. Это уже хорошая новость. МС нужен. МС. Чтобы по драке мог передвигаться. И жестко хиляться, вампирус. Вампирусы. Что, кнопку на эрке держим? Ну, у меня 1500 хп. 15 левел. Так, это Яшку возьмем. Сашу Яшу будем делать. Дастики. Саша Яша, дасты. Тини 15 левел, я по левелу уже догнал. Ну, 17 на 2 у него. Ну вот, проблема саппортинга, да? Небольшая здесь стревает. Хорошо. Узки-музки. Где ты на Тинике? Вылазь. Отблинковал, походу. Да я даже побаиваюсь. Там слоты у Хуска даже лучше, чем у меня. Я побаиваюсь немножко, если честно, идти даже. Затея была такая, перефармить и залазить в 1x5. И смотреть, какой отхил. Сейчас же доминатор надо сделать. Смотрим, насколько это имбово. О! Бежали. Сейчас тут по-любому будет заруба. Опа, найс, вардики. И не будет сейчас прыгать, да, походу? Зомби. Пошел отхил. Отхил идет, работаем. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, жестко. Но я тут... Либо мне... Я тут умираю со станов. И ничего не получается. Нам томбу нечем бить. Тут мне не варик отхиливаться. Но он просто хускарп в любом случае. Но надо было не убегать и пытаться... У нас лютая трабла. Некому томбу бить. Вообще. Так, я маску сейчас докуплю. Будем пытаться все-таки. Просто буду стоять и драться. Не знаю, с Хускаром драться что-то как-то не очень кайф. Ну, под лазером я по-любому не перехилюсь. Блин, надо было пробовать. Но опять-таки, Лерик. Такое, тяжелая драка. Тут нужно было попытаться... Ну, я Тинника вгрызался. Тут нужно было пытаться отмансить от Суперновы и двигаться дальше. Что за силачи ВС играют?
Почему так тяжело? Что я? Такого слабил буй-буй-буй, что ли? Ласты. Вампиризм 4. Хорошо, Володька. Так вот делаю. Поехала. Жесть сейчас вампиризм будет. Еще в доминатор. Рошана пойдут, будет очень тяжело. Яшу зря сделал я. Потому что Яша тут не прокатит. Феникс девардит. Ну томбу на ХГ там поставят, там шансов вообще не будет. Если томба в ХГ будет. Не сможем. Печалька. И не ходит, что хочет делать на этой карте. Да надо было мне мид идти. Там бы изи катка была. Алхимик не так стоит. ХГ. Ладно, еще не все потеряно по этой игре. Поиграем от ХГ. Играем от ХГ, пойду топ толкну. По ХГ. Ну мне походу. Огор глимер купил, молодец, радует. Надо стоять, короче, стратегия этой игры, стоять как бот, просто автоатачиться. Потому что это моя сила. Отхил. Скорость атаки нужна. Скорость атаки нужна. Сатаник нужен. Чем раньше сатаник сделаю, тем лучше. Но! Есть одно но. У нас игра не изи. Я только продал армлет, да? Просто видели. Лоу хп, сразу фул. Да буду драться. О, здорово. Помоги побить. Промахи. Эх, не перебивай. Надо было его вытащить сразу, чтобы бил. Ну, уже видите эффект, да? Эффект уже есть. Глиммер. Но хуска они не перебьют, промахи. Я бы отхилился. Надо было зомби пытаться бить. Ну тут тоже, видите, хускара вроде сейчас уже сольешь. Начинаешь как бот биться. Ну нормально. Просто уже троих получается, четверых. Спокойно можно принимать. Нормально, отхил хорошо работает. Работаем, ребят. 2500, так. 2500 у меня. Ну, я, наверное, думаю, тут... Блин, надо МКБ делать. Иначе тогда тоже под вопросом вся ситуация. Под вопросом. Становится у нас ситуация под вопросом. Я бы вообще алхимику рекомендовал глиммер купить. Не глиммер, а просто хотя бы Клоаку. Он с прокаста умирает. Так, Курук таки не хотят мне давать, чтобы я в магаз ее отправил. Не хотят. Еще бы диффуз какой-нибудь. Да, если диффуз берешь, хускар вообще не проблема. Он не хилится. Вообще ничего не делает. Вообще тогда ничего не делает. Тиник идет. Там дизарм еще появился. Это плохо. Дизарм это плохо. Из-за дизарма придется сначала просто... Так вот, ну промах. Это по КД так будет. Пока МКБ не соберешь, будешь промах вечно. Будешь просто в промахах. Рейдж, пожалуйста, хорош. Я отхиливаться буду. Хорошо, вот так вот. Но только там единственное, нашего пацана потеряли на алхимике. Но я вот тут дерусь, сейчас и
Я фул просто выхилился. Крыса. Бро, поможешь чуть-чуть тут как бы? Лоу хп, парень. Хорошо, деремся еще. Хорошо, пошел откил, работаем. Работаем, работает отхил, ребята. На вставочку. Хорошо. Просто жесть, какой вампиризм. А что если... МКБшка сейчас будет. Леорик одевается. Хорошо, точку. Яшка, доминатор. Сейчас сатаник. МКБ, потом сатаник. Уф. Это будет жестко. Леорик по чуть сейчас оденется. Экшеновая такая катка. 30 минут мы уже деремся с ними. 30 минут с ними уже деремся, химик. Понятно. 30 минут мы уже с ними файтимся. Мне бы сатаник. Сатаник бы. Опа, смотри кто. Опа, покушать. Покушать принесли. Покушал. Просто Тиника принес покушать. Так, ну го вот сюда, пока Гианта нету. Да, жестко. Блин, ну это круто работает. Жалко, тут не получается именно собирать, да? Я хотел шарды просто собирать. Но тут команда, видите, оппоненты сильные. Приходится свою команду подтаскивать, потому что немножко тяжело им. Не их уровень, выразимся так. Даже грубо, да, грубо звучит, не их уровень. Но ребята, оппоненты более агрессивно играют. Это радует. Тиника нету, 30 сек, давайте. Че бояться? А вон тот, это же мне не проблема, по сути. Ты, дядька. Ты. Так, у Леона нету, да? А первый хит баш по-любому. Так что, брат, не думай даже. Изи. Б. Хильтесь. 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 От крипов. Первый хит баш, но это классика. Это, кстати, сейчас из-за ЕСа тут может быть... Нет, все нормально. Один x5, не хочу там выходить. Гиант вышел опять-таки. Апаемся. Леорик там тоже сидит, кайфует. Апается. Почти сатаник есть. Сатаником вампиризм еще больше будет. Ой, блин. Сатаником вампиризм еще больше будет. Если тут у нас сейчас вампиризм сколько? 15, то будет 25. На 10% выше. 10, а это много, 10% там много. У Найкса свой нестабильный вампиризм, да, зависящий от количества хитпоинтов, да? Угу, жмут, жмут, ребята, гасты берут, жмут. Гасты берут, чтоб я не бил. Не буду бить, не буду отхиливаться. У меня тут такая приколюха, что вот эти хп, которые у меня есть, желательно рейдж нажимать где-то, ну, к середине, чтобы можно было нормально так отхилиться. За рейдж, по сути. Вот эти тут проблематики. Давайте сюда немного сместимся, потому что если ЕС закроет фиссуры, я там останусь. Я понял, уже сюда бегу. Три. Хорошо. Клеенчика поймали. Ты станом попадешь сегодня? Хорошо. Так, 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 так. Отходим. Хорошо. Вот это вот сначала. Хорошо. Работаем. Ну, типа, откил у меня такой сейчас тут нереальный будет. Что просто мне на всех плевать. Уф. Сатаник.
Рошана, да, гоу. Ну, я считаю, что эту катку мы уже камбэкнули. Самое кайфово, блин, выпихивать оппонента, ну, своего союзника выпихивать из себя и дополнительно продамаживать. Блин, это круто. И это работает, работает стратегия. Сами видели, как мы сосали в начале, да? Вот. И это реально работает. Это реально работает, ребятки. Это рабочая стратегия. Так, и сатаник, вообще нечего бояться будет. Хорошо. Химику. Химику. Хорошо. Т2. Вот такой у нас билд, ребятки, получается. Пока что давай вот этого закинем к себе. Чисто ходячий этот. Аура. Но мне вообще так пофиг. Главное, чтобы меня не станили. Видели, у меня хп просто ушли, да, потом опять пришли. Мне напоминает эта карту Муму, где Бруда там такая была с барака разбитого, которая идет этого Таурена мочить, и просто она и отхиливается там 300 миллионов процентов от хила. Это жестко выглядит. Это выглядит очень жестко. Очень жестко. Что с лотом? Хочется МС-а побольше, конечно же, чтобы двигаться по драке. Но это тревел надо взять. Давайте продадим, возьмем сапог, оставим. Там у нас хилочек кто-то закидывает. Хорошо. Так, сделаем. 300 золота надо. Мне сделать аганим. Кстати, аганим. На лёрике аганим. Конечно, интересно, но бестолково, мне кажется, будет. У меня еще армлет можно продать. Я Б и Гоу. Гем есть. Огра рядом. Ехала. А можно вообще огра в себя запихнуть, чтобы гем был. Но тогда у нас нужно будет Леорика как-то. Не. Там не нужен аганим этот. В этой комбинации этот аганим не нужен. Так, ну все, я очень быстрый. Сколько МС? 470 где-то. 122, да ладно, под Бладластом. С Яшкой. Чё, Огр тоже быстрый. Гоу. Погнали, ребята, тушить. Жесть. Рабочая страта. Сейчас Тиник не выдержит, прыгнет алхимика, как обычно, на суицидалку. О-о-о, гоу-гоу-гоу. О-о-о, гоу-гоу-гоу. А, это иллюзия. Ладно. Ну ладно, ничего страшного. О, здорово. Я буду хилиться, как собачка. Вот этого хочу. Опа, инвизик. Томбу разобью. Пошел отхил. Ой-ой-ой. Дай залезть. Я так ни разу и не ударил. Так ни разу и не ударил. Жесть. Ну нету байбека, я пришел бы в драку. Ой-ой-ой. Жесть, и все лоу хп останутся, да? Ну помогай убивать. Алхимик уже что-то делает, поэтому... Спокойно, я думаю, Хуска заберут. Нет, ТП, Блинкович. Почему я один бил Томбу? Ну, видно же, что первое, что можно сделать, Томбу слить. Парни, не тупите. Я так и не дрался. Стани просто стоял. Ни сатаник, ничего не нажал. Просто тупо стою в стане. Ну, ладно, судьба такая, в размену идти. Ну, алхимик зато что-то, может быть, подфармил. Такое себе. Там гасты еще не дают драться. Просто проконтролили. Вот тут поэтому нужно грань такую ловить. Сразу рейдж не хочется сливать. Да надо пофиг. Давайте пофиг будем тупо сливать. Я хочу контента с этой игры. А с этой игры контента не получается вытащить. Потому что видите как. Проконтроливают. Госты покупают. Не дают бить мне. Не дают вампириться. Слабный вампирус. Не получается у меня. Не получается видеть. Поэтому давайте рейджить. Просто сливать и все. И типа на этом катку будем, наверное, заканчивать пытаться. Потому что, ну, что придумывать велосипед, согласны? Что придумывать велосипед? У меня еще два слота, серьезно. Можно собрать два слотика еще.
Что ты там берешь что-то? У меня еще два слота. Кираса летит. Хорошо, пойдем. Аккуратненько. Взорвал его просто. Поехала. Тройка и погнали. Нам бы Т2 пойти по низу. Так, сатаник у нас на 4 переставляем. Сатаник на четверку. И должны тушить. Диффуз я бы сделал. Я хочу что-то в хп еще дополнительно. Что-то в хпшку бы. Опа, хус. Да ты шо? Стану ему туда дядь. И тушить. Как крипа. Опа. Пошел отхил. Можно похиляться, но я встань и стою просто. Просто встань и простоял все это время. То есть... Как будто хил не работает. Тупо как будто нету хила. О-о-о-о, это что такое сейчас было? Видели, я вообще не регенюсь. Как будто вообще регена нету. Просто ничего не перехиливаю. Пойдем, это ХГ по идее. Давай-давай, давим. Чувак, добирай его. И вот этого туда же. Туда же его. Хорошо. Ломаем. Что-то сейчас вообще не понял я, почему вампиризма нету. Такое себе. Ну ладно. Зато драку выиграли все равно. И катку. Какое начало было, ребят? За такую катку по-любому нужно луицк поставить. Шарды нужны. Пойдем, мид. Мид. Да ломайте просто и все. Здорово. Чувак. Камон. Камон. Но это ГГ все. Хилки. Го хилки. Хила вообще не было, блин, в той драке, да, с включенным армлетом. А, ну тинь еще лоу хповый был. Но опять-таки вампиризм, если складывается. Ну смотрите, 25, да? 25 плюс 30. Это уже 55, и Володька 15. 70% с руки я должен был пополнять. А там его вообще не видно было. Этого вампиризма. Очень странно, очень-очень странно. Опс. Очень странно. Пойдем на базу сходим. Базу сходим, докупимся. Так, найс. 6к. Че, да, тогда что, сию добрать? Еще что-нибудь тараску какую-нибудь. Блин. Чтобы хп было много, да, но опять-таки хускар все снимает. Давайте вот так сделаем. И купим шар. ХПшки будут, правильно? ХПшки будут. ХПшки будет, будет хорошо. И скорость атаки тоже. Самое главное. Армлет потом поменяем. Еще на молнию можно будет поменять. Не, молнию желательно не брать. Видели, как испугался скелетика моего? Скелетика испугался. А лол. Брат, только не разбивай армлет, пожалуйста. Хорошо. У меня 4к хп с включенным армлетом. Можно, в принципе, его даже пытаться не вырубать в драке. Я вырубил здесь от ЕСа, сдох. Переармлетил называется, проверяй. Опа, сатаник сюда, в студию. Пошел отхил. Вот это я понимаю, видели, да? Пул хп. От зомбарев отхиливаюсь, поэтому... Поэтому норм.
Стой. Ну, алхимик куб. Да, это ГГ же, конечно. Я просто грызу. Видели, я там как отхиливался, это жестко. Чувак, стой. Грызу. Эх, не заластхитил. Крисы. Жестко. Ну, отходим. По низу, го. По низу. Трон можно и не трогать. Еще шард. Шард. Хочу. Еще шард надо. Прикиньте, как регенис. Сейчас просто будут тык-тык-тык. Еще пачка. Пачечка крипов. Там, видели, кура висит, рошай. Так, ну 3500 хп мне, по идее, хватит, ребят, правильно? Скорость атаки лютая сейчас будет. У меня 2 шарда, 120. АС еще допом. Вот такой вот билд. Ой-ой-ой. Здорово. Тап-тап просто и нету чувака. Там трон падает. Цыроек. Лежит. Жесть, скорость атаки. Смотрите, как я нарезаю. Цвирк, цвирк, цвирк. Ну погнали в наглую. 3500 хп, рейш, если что, успеем только нажать и все. Кто там у нас? Наглый какой. Наглый, смотрите какой. Какой наглый Кириешкин. Наглый Кириешкин. Кинь под колодец, меня закинет, да? Ох, как нарезальня пошла. Хорошо. Вот это, конечно, да. Но, ребят, в целом это рабочая стратегия. Рили. Это рабочая стратегия полностью. И сами видели, как мы эту катку, в принципе, камбэкнули. Не сказать, что, ну, не без помощи этого вампиризма, но получилось, в принципе, неплохо. Я надеюсь, эта катка вам понравится. Обязательно, блин, напишите свое мнение по поводу этой игры в комментариях. Это очень важно. И поставьте лайк. Реально. Отдельный респект всем ребятам, кто участвовал в этой игре. Немножко, чуть-чуть Огр по лайнингу не доиграл. Да, Леончик где-то не доиграл. Но в целом мы все вместе победили. Все вместе. Не только я там, не Сол, а именно вся команда вместе. Мы кулак, который пробил эту стенку. Поэтому вот так вот. И оппонентам отдельный респект за то, что сыграли очень хорошо. Реально, оппоненты молодцы. Очень интересная катка получилась. Ребята, не забывайте подписываться на YouTube канал, на ТГ подписываться, потому что в ТГ идет информирование по поводу видосов. И чтобы участвовать в таком видосе, просто чтобы ребята зашли, без всякой темы, играть. Там я анонсирую. И поехали плеить. Ничего сложного. На этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно поставьте лайк. С вами был Ксеназис. Ребятки, рад для вас стараться. И до скорого. Напишите свое мнение, как вообще вампиризм работает. Вампиризм или нет?